жизнь кипит, люди заезжают, выезжают. Вот тут надо. Так, сегодня у нас море тихое, поэтому мы решили подойти к водным видам спорта, узнать про байдарки. Все-таки хочется покататься хоть разочек. Тут пока спокойнее и свободнее с левой стороны пляжа. Смотрите, вот пляж для собачек. Для их хозяев и для собачек. Вон, видите, там даже огорожено место, где им плавать, буйками обнесено. Душ есть. Замечательно, по-моему. Здесь я не знаю, сколько стоят эти кабинки. Я не узнавала. Нигде не написано, не вижу. Плюс 37 градусов на табло, влажность 62%. Температуру воды нигде не пишут на этих табло, к сожалению. Сегодня 4 октября. 10 утра, 20 минут. Ну, 37 градусов это на солнце, соответственно, да? То есть табло стоит на прямом солнце. Конечно, по ощущению пониже, кажется. Ветерочек небольшой есть. Нормальная, хорошая температура. Так, друзья, байдарки здесь оказываются бесплатные на полчаса. Ну, не знаю, если позже вернешься, там заставят вас платить или нет. Но бесплатно. Идем кататься. Какой здесь приличный ватерспорт, смотрите. Прямо все красиво оформлено. На оранжевых поплывем. Три черных, одно белое. Ну что, друзья, я на байдарке, вы в чехле. Я забыла свой чехол, меня Маша спасла. Поплыли. Да, мне хорошо. Плывем. Ждем Игоря. Сейчас ему тоже байдарку дадут. Так, разворачиваемся. Не, не уплыву. Одной рукой снимаю, одной рукой гребу. Я герой. Плывут. Все плывут. Ну, смотрите, какой вид на Дольчевиту прекрасный. Мы сейчас плывем вот к тем скалам. Там красивые пейзажи есть. Вот это вид, правда? Как тебе плавается, Игорь Геннадьевич? А ребята вон там впереди уже далеко уплыли, пока я тут вожусь с телефоном. Тут прямо героический подвиг. Грести, снимать и не перевернуться. Такая, она, видите, вся в заплаточках. Байдарка. Мы сейчас подплываем к пляжу Клеопатры. Да, здесь тоже есть пляж Клеопатры. Вот он. Какая красота. Я уже, по-моему, несколько раз повторила это словосочетание. Вот ребята уже подплыли к пляжу Клеопатры. Не знаю, что-то не купаются. Что-то ходят, ходят по берегу и в воду не заходят. Не зайти там, что ли, камни? Да, мы на пляже Клеопатры. Пляж-то красивенький. Ну, то есть это бухточка. Видите, видите, вон как человек заходит лежа. Потому что здесь камушки. Камушки. Пойдешь купаться? И мелко, да? Я лучше у нас искупаюсь. То есть бухты красивые, но купаться здесь очень неудобно. Где ты стоишь, там песок? А до песка камни, камни, камни. Ну так здесь здорово, конечно, видите, лесок.
горы окружают. Так, честно вам скажу, эти съемки у меня просто шедевральные будут, потому что я в чехле, в телефоне вообще ничего не вижу, у меня черный экран. Я куда-то нажимаю наугад по привычке пальцем, чтобы включилась запись, а кадра не вижу вообще, так что что есть, то есть, зато живые съемки. Ну а мы отправляемся в обратный путь. Я опять на байдарке. Народ мой тоже собирается. Кто это тут мимо плывет? Геннавыч. Геннавыч плывет? А, у нас столкновение. Геннавыч. Слушай, как только останавливаешься, сразу носом разворачивают в обратную сторону. Ребятки там садятся, видите, яхточки приплывают сюда. Мы тут с Игорем плывем, рассуждаем, что чуть что, сразу Клеопатра виновата. Чуть какой симпатичный пляж, сразу Клеопатры. Поплыли, а я только останавливаюсь, меня сразу разворачивает по течению. Третий час дня, и народу мало везде. Мы сейчас съели мороженое с кофе и идем с Игорем купаться на море. А ребятки у нас пошли опять кататься в аквапарк. Каждый день туда бегают, нравится. Ну а сегодня вечером у нас итальянский ресторан. Подошла наша очередь. Сейчас, наверное, финальный раз уже будем купаться в этом море в районе Кемера. А завтра мы уже будем в Алании. Волнение опять пошло. На самом деле, мы когда на байдарках обратно возвращались, уже пошло такое приличное волнение. И даже тяжеловато немножко было плыть. Шатало очень сильно, боялась перевернуться. Ай, какая яхта стоит прямо напротив отеля. Ну, а у нас вечер, мы идем в итальянский ресторан. Итальянский ресторан бесплатный. Мы стояли в очереди, чтобы в него попасть. И вроде посетить можно один раз за пребывание. Так, мы пожаловали в ресторан. Это также ресторанчик расположен напротив бассейна. Ну, я вам показывала здесь анфилады. Мы опять пришли первые. Для детей, видимо, как самые голодные. Отвлекись от телефона. Не могу. Отвлекись, говорю. Не могу. Забыл. Брускетту принесли. Идут мои красавчики. Я тут сижу, шпионю, жду их. Я с подсветкой снимаю, то ничего не видно. Принесли меню, оно достаточно интересное. Вот тоже карпаччо есть. Минестроне есть, суп. Салаты. Горячие. И десерты. Так, нам принесли итальянское что-то. Я не помню, как оно называется. Ну ладно. Так, у Маши это скампи, это креветки. У меня карпаччо. И у нас у всех карпаччо. И мы все такие карпаччо. А у Владика не карпаччо. У Владика тоже карпаччо, да. Суп минестроне. Так, это у нас ризотто с морепродуктами. Кстати, ризотто, ну, очень вкусное. И там много морепродуктов, без шуток. Так, у меня нильский окунь, у Игоря бараньи отбивные, да, нет салфеток. Тут только вот эти тряпочные. Я предлагаю вам всем... А у тебя телятина? Говяжья вырезка. Я предлагаю вам всем посмотреть, как у вас красивые, лаконично размазанные пюре. Говорит, как у вас красиво и лаконично размазано пюре по тарелке. Ну, размазано, оно же есть. Да не в пюре дело, а в рыбке. У Маши итальянское мороженое.
У меня панна-котта. А у меня тирамису. У мужчин тирамису. Так, друзья, в этом ресторане, как ни странно, нам очень понравилось. И понравилось больше, чем вот мы ходили в стейк-хаус. Владик сказал, что здесь даже стейк был лучше. Я не могу оценить, я не пробовала. Но он стейки любит и, в общем-то, неплохо в них разбирается. Мне понравилось абсолютно все, кроме десерта. И никому десерт не понравился, кстати. То есть десерт – это такая вариация на тему, очень отдаленная. Но, в принципе, все остальное было вкусно. Особенно ризотто очень вкусное было. Смотрите, какая сегодня луна красивая. Ну, а у нас сегодня последний вечер в этом отеле. Завтра мы выезжаем. Пойдем опять сидеть, болтать, проводить хорошо время. На анимацию мы, наверное, сегодня не пойдем. Просто посидим с ребятами, поболтаем. Я должна вам еще смонтировать видео, чтобы успеть его завтра утром выпустить до отъезда. В Алании, возможно, немножко хуже будет с интернетом, но я буду стараться выпускать все в срок. Я здесь очень много подписчиков на самом деле. И я еще раз, ребятки, хочу вам сказать большое-большое спасибо за то, что вы проявляли себя, за то, что вы подходили, здоровались, разговаривали, общались с нами. Нам очень приятно, ну очень-очень приятно, правда. Так что, если где нас увидите, не стесняйтесь. И в итоге получается, что меня тоже, наверное, люди видели, что я либо с кем-то разговариваю, либо сижу монтирую, либо отвечаю на комментарии, либо снимаю. То есть у меня здесь несколько форм отдыха. А как написала одна моя подписчица, что у меня очень терпеливый муж. Муж, ты очень терпеливый, ты знаешь это? Да. Потому что он, бедный, всегда стоит и ждет, когда я что-то сниму или с вами наболтаюсь. А он, бедняжечка, проходит где-нибудь вперед или назад и стоит, ждет. Я к пирсу выхожу, смотрите, а яхта тут так и стоит. Ага, первый вечер мы тут ее видим. Я ж тут вспомнила, что я ничего не рассказала про отель. Вам тут мало что видно, зато хорошо слышен шум волн, да? А мы любим с вами под волны болтать. Под шум волн. В общем и целом. Нирвана молодец. В общем и целом, Нирвана молодец. Я понимаю, что им очень сложно справляться с таким потоком отдыхающих, потому что действительно, как я уже не один раз говорила, отель заполнен, заполнен практически полностью, видимо, потому что вот нам говорили 98% загрузки. Лежаков хватает, но надо поискать. Занимать ничего заранее не надо. Места в ресторане есть всегда. Тоже бывает, надо поискать, но ничего заранее занимать не надо. Меня разочаровала анимация в этот раз. Очень сильно разочаровала. Такое ощущение, что набраны какие-то недорогостоящие шоу, скажем так. То есть... вроде танцуют, вроде что-то делают, но чаще всего на «Отвяжись». То есть привозные какие-то шоу, но, видимо, они очень профессиональные. Ну и видна некоторая экономия в ресторане, например, да? То есть, ну, во-первых, вы уже заметили, что да, они говорят, что поддерживают антиковидные меры со стеклом, но я так думаю, что это тоже вопрос экономии, а не заботы о нас. Потому что во многих местах вы что-то делаете самостоятельно. Например, рыбу все сами себе накладывают там, или какими-то соусами тоже сами себе будете поливать. Ну, таково решение. Я понимаю, что в Турции сейчас непростое тоже время с точки зрения провала их национальной валюты. Вот. Так что, видимо, этому есть какие-то тоже объяснения. В целом отель старается. Косметика все такая же хорошая в номерах. Честно, ее ставят каждый день. Уборка просто шикарная. Все по звоночку делается. Официанты хорошие. В ресторане просто отличные официанты. В вот этом баре, на который мы сейчас смотрим, ну, такие немножечко подуставшие, но это самый нагруженный бар. Здесь всегда очень много людей сидит. Ну, вот знаете, в мелочах такой, например, в ореховой смеси немножечко меньше
фисташек, например, чем было весной. То есть вот по мелочам что-то такое есть. Извините, детишки тут балуются. По мелочам что-то такое есть, но на самом деле сказать, что это очень негативно как-то влияет на впечатление, нет, конечно, нет. Вот. Но отель дорогой, и, конечно, хотелось бы, чтобы все было идеально. В любом случае, потрясающая природа, очень хорошие отношения, спокойная какая-то обстановка. Контингент меня спрашивают, какой. Очень много русскоязычных, много англоговорящих. Немецкий язык слышала, и еще слышала какой-то язык, который я не могу понять. Я не знаю, какой он. Румынский какой-нибудь. Я не знаю, короче. То есть я его на слух не распознаю, но людей, разговаривающих на этом языке, сейчас достаточно много в отеле. Ну, вот такие небольшие у меня осенние уточнения. Ну, сейчас уже конец сезона, вы же понимаете, да, уже октябрь. И понятно, что многие отели переходят на более такую экономную концепцию, потому что цены немножко снижаются на отдых. В целом осень стоит пока прекрасная. Очень надеюсь, что она еще продержится какое-то время с такой же прекрасной погодой. Ну, а я иду к своим ребятам. Они меня, наверное, уже потеряли. Мама, как всегда, куда-то делась. Ну все, друзья, всем пока. Завтра нас ждет наша финальная точка путешествия по Турции — Аланья.